19 декабря в спортивной школе номер 2 поселка Ильского торжественно открыли соревнования по волейболу на Кубок губернатора Краснодарского края. В состязаниях примут участие 8 команд девушек и 8 команд юношей до 16 лет. Из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Краснодара, Курганинского, Новопокровского, Тбилисского, Брюховецкого, Лабинского, Мостовского, Славянского и, конечно, Северского районов. С напутственными словами обратились к участникам почетные гости. Заместитель главы района Марина Наумейко и начальник отдела развития спорта высших достижений Краевого министерства физической культуры и спорта Сергей Потанин. Сегодня на поле соберутся лучшие из лучших. Мы надеемся на ваши победы, всегда гордимся вашими результатами и будем и в дальнейшем, не только выполняя поручения губернатора, президента, развивать спорт, а вкладывать душу и сердце для того, чтобы вы, дорогие ребята, были настоящим будущим нашей России и Кубани. При нас нет проигравших, потому что все мы занимаемся спортом, мы ведем правильный образ жизни. Сегодня спорт – это модно, и поэтому желаю вам в дальнейшем показывать пример своим сверстникам, своим друзьям, завлекать их в спорт. А мы, в свою очередь, будем делать так, чтобы для вас были соревнования праздниками. Открытие соревнований стало настоящим спортивным праздником, на котором нашлось место и для Деда Мороза, и Снегурочки. Сказочные гости вручили каждой команде традиционный кубанский каравай. А солисты и акробаты Северского района подготовили зрелищный номер. Соревнования продлятся до 23 декабря. Победителей наградят медалями, кубками и приятными подарками.